Книга «Открытым оком», том 2, тема «Природа». Вопрос 866. Мертва ли Вселенная, или она наполнена разумными существами? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Что вы имеете в виду, если говорить о духовных существах, об ангелах, херувимах и серафимах, то они есть, и каждый занят своим делом. Об этом говорит вся Библия. Они всегда в движении, с земли на небо, с неба на землю. Бытие 28.12. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Иов 33.23. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его. Псалом 33.8. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их, Псалом 91, ибо ангелом своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих. Если имеете в виду другие населенные планеты, то об этом в Библии нет ни слова, хотя всего лишь один намек на это есть, Евреям 1:2. Последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Слово «веки» переводится и как миры.